Вязание начинаем с набора петель белой ниточкой. Набираем удобным способом на всю длину машины. Вот сколько есть игл в машине, на такую длину мы набираем полотно. Провязываем один ряд. Тут у меня один наборный ряд и один ряд провязан белой ниточкой. И теперь делаем лепестки. Лепестки будем делать путем выдвигания игл в переднее рабочее положение. Вот я выдвигаю каждую десятую иглу. Вот у меня есть такие серебряные платинки. Я просто каждую десятую иголку выдвигаю вперед. Если у вас нет платинок, у вас все равно какие-то мерки есть, выдвигайте в переднее положение. Не забудьте на каретке отключить рычаг частичного вязания. И такой момент. Чем чаще вы будете выдвигать иглы, тем острее будут лепестки. Но 10 петель вполне достаточно. Можно делать неравномерное выдвигание игл, то есть побольше, меньше, меньше. То есть смотрите, внешние лепестки могут быть больше, а ближе к центру маленькие, там по 4 иголочки, а внешние 20 игл. Смотрите, равномерно вы выдвинете иглы в переднее положение, либо с увеличением количества игл. Теперь берем рабочую нить, у меня ярко-розовый акрил, и на выдвинутых вот этих вот иглах провязываем столько, сколько выдержит ваша машинка. Чем больше рядов вы сейчас провяжете, тем активнее у вас будут лепестки. Так, закрепить ниточку. И вяжите. Смотрите за тем, чтобы у вас не слетело полотно. Потому что такое вязание — это фанги. И фанги любят не все машинки. Некоторые просто их не выносят и вяжут там 3 ряда и начинают сбрасывать. Чтобы этого не происходило, надо навешивать оттяжки. Можно оттяжки делать даже самодельные. Вот просто грузик какой-нибудь со скрепкой. И на каждую вот этот фанг навешиваете грузик, чтобы он оттягивал именно вот это место. Машинке тогда легче будет провязывать. Вяжите столько, сколько выдерживает ваша машинка. Моя машина выдержала 8 рядов. Получаются достаточно такие объемные лепестки, что очень хорошо. Теперь ставим в работу все иголки. Причем смотрите, когда у вас машинка сама будет забирать иглы в работу, если у вас рычаг включили, она сама забрала, такое большое количество накидов она может не провязать, она может просто сбросить. Поэтому, если уж совсем тяжело, вплоть до того, что этот ряд вы провязываете вот так вот вручную, просто вручную каждую иголочку провяжите, потому что это самый тяжелый ряд, и не каждая машинка его провяжет. Очень тяжело дается. Если у вас машина нормально забирает, то провязывайте. После этого до 10 рядов. Больше 10 не нужно. Вот провязали фанги, еще 10 рядов и закрываем полотно. Провязали 10 рядов и закрываем удобным способом. Наша заготовка для цветка связана. После этого ее надо немножко отпарить обязательно, потому что вот листики сгибающиеся. Если не отпаривать, будет немножко другой эффект. Если отпарить, будет один эффект, не отпаривать — другой эффект. Посмотрим оба варианта. Связана полоска на 200 петель. Теперь начинаю эту полоску формировать, то есть я делаю зажимы. Полосочка не отпарена, видите, она вот так вот форму и держит. Поэтому я делаю такие вот защипы периодически, и чтобы они никуда у меня не девались, по самому краю их прошиваю. Защип, защип и подшиваю. Так я зашиваю всю заготовку. Отпаривать ее не надо, она тогда более рыхлая получается, более такая объемная. Видите? Так вот периодически делаю защипы, прошиваю всю заготовку. Собирать же цветочек очень просто. Берете серединку внутрь,
вот этот острый край, который никому не нужен. Складываете его, просто пришили, и он больше вам не мешает. И поехали сворачивать. Сворачиваете этот цветочек, периодически его подшиваю, чтобы он не развалился и не разошелся. Смотрите, чтобы донышко было прямое. Прихватили его и так рыхленько еще парочку складок сделали. Прошили. Потому что если не прошивать и складывать сразу, то из рук просто выскакивает этот цветок, он не держится в руках. А так он, видите, его можно отпустить, ничего не происходит. Прошили и собрали до конца. Уже окончательную отделку делаю, когда полностью зашит цветок. Через серединку, через краешки продеваю ниточку. Вот что у меня получается. Вот такая вот красота. Очень необычно, очень интересно и очень просто.